Всех привет и прямо просто мы продолжаем проходить FIFA 20 за Куб Постл Сити. И у нас впереди Кубок Караба. Это у нас, я не ошибаюсь, четвертый раунд, может быть. Ну что, пропускаем 3 дня и начинаем к игре. Только наших тут лидеров нету. Мы сыграли, если не ошибаюсь, ничью и победили по пенальти. Просто нам просто повезло. Так, что у нас тут хочет игрок? Что у нас хочет игрок с вами пообщаться? Так, тренер, я хочу сыграть в следующем матче. Правозащитник, я подумаю, ну я могу, я думаю, выпустить. Команда, конечно, сильная. Будет против нас играть. Так, у нас то, правозащитник, он сказал, да? А на что, правозащитников так много? Не, пускай тут остается у нас, так, окей. Так, центральный полузащитник, ты давай убери грустную личка. Так, правозащитник тоже мы меняем. Нападающего тоже меняем. Так, цапа на 71 уже. А ты умеешь цапом играть? Да, ты умеешь цапом играть. Ну, это, блин, не особо хочется мне выпускать уже. 31 год. Надежда на тебя. Сыграешь в этом матче. Ну, давай тебе еще выпущу. Простите за кашу. Ну что, погнали мы. Переходим к игре. Точнее, такой игре, что мы начнем. Сначала тренировка, как всегда, у нас тренировочка. Да, трудно все стало, как мы перешли. Лигу, у нас все труднее и труднее становится играть во всех турнирах. Даже тут матча меньше, но все равно трудно. Опа! Ну, прям замечательно мы это делаем. Нет, этот раз нет, и никакого удара не будет. Где бы вы ни были, мы рады вам на футболе. Привет! Меня зовут Георгий Черданцев, и сегодня мы работаем для вас вместе с Константином Геничем. 1/8 финала Карабао Кап нас ждет сегодня, и, конечно же, мы работаем в прямом эфире. Что-то подсказывает мне, что матч сегодня будет отличный. Очень скоро начнется игра у нас. Всего 16 команд осталось в турнире, и все они нацелены на финал. Надежд очень много, но с каждым раундом количество команд будет сокращаться. А желание победить только крепнуть. Следующий состав у хозяев поля сегодня с первых минут. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Итак, стартовый состав Брайтона. В этом матче команда сыграет по схеме 5-2-3. Знаешь, с такой тактикой они очень рискуют проиграть центр поля. Thank you. Enjoy the game. Наш матч начинается. Так, продолжается наш сезон. Мы сейчас находимся в Кубке Карабай. Состав у нас не супер, блин, важный, можно сказать, не супер основной. Пока мы стараемся что-нибудь придумать по флангу. Но пока у нас ничего не удается, даем пас по центру. Да, блядь, не успевает игрок. Нафиг ты переключился-то, а?
переключился на него, но переключился на того, и получилось какой-то Дима Торина. Кажется, появляется возможность для потенциально. Ну, давай, давай, беги. Ну, почти не отняли мяч, и опять он, блин, далеко от себя откачивал мяч, но при этом так не отнимаем. Но мяч остается у них. Чего? Продолжаем свое путешествие по этому сезону. Не бы Кубок Европы бы заебись бы попасть в этом сезоне, на самом деле, но это маловероятно в данный момент. И все-таки у него получилось сохранить. Да, пас был как пасом. По флангу даем пас. Я уже сбился считать передачи, честно. В обороны их слишком дофига народа. Ну, решай же! Да бей давай, и мы забиваем гол. Отличный гол забивает. Все четко он сделал, все как надо. Выводит он свою команду вперед этим ударом. Очень хороший мяч получился, практически в одиночку он эту атаку создал, протащил мяч и не стал никому отдавать передачу. А мог ведь, но мне кажется, он верно все рассчитал и взял ответственность на себя. Мы видим эмоции тренера, этот гол, конечно, поднял ему настроение. Один ноль. Сейчас будет веселее. Заебись. Просто охуенно. Через фланг идет атака. Есть свободное пространство. Это гол. На... Не дал сопернику довести. Ой, Хилл Наджосик разъезжается. Это гол очень хорош, потому что начало матча в данный момент у нас может подниметься еще стимул для этого, чтобы продолжать дальше забивать голы. Я очень на это надеюсь. Команда не супер сильная. А, бля, перехват. Мяч перехвачен. Ну, вратарь выбивает мяч, но при этом наш игрок забирает мяч себе. И он остается у нас. Продолжаем атаку, только тут закрыли два игрока ему. Блядь, ну как вот так, блядь, спиной, блядь, давать пас, а? Марега. Сесилио Домингес. Есть у него поддержка в атаке. Удар. Хороший пас. Удар. Снова еще один пас. Мяч удержать. Блин, простите за кашель. Алекс Оксла-Чемберс. Продолжаем свой матч дальше. А, тут Чемберс играет. Опасный момент, опасный момент. Вратарь, добрый вратарь. Игрок убивает мяч. За безопасное место, и данное все замечательно. Довольны болельщиком результатом сейчас, но все равно продолжают гнать своих игроков вперед. Они хотят еще забить мяч. Конечно, надо забивать голы, чтобы, блядь, быть более уверены, блядь. Пока он разворачивается и думает, что делать дальше, у нас отнимает мяч. Пока в атаке у них получается, но не особо сильно. Но в этой атаке вообще ничего у них не получилось. И мы продолжаем дальше в том же духе. И еще один пас. Блять, а вот это была подножка, как подножка. Окслед Чемберлен. Марега. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то. И вот удар. Все как надо, вратарь делает. Уверенно он с этим ударом справляется. Ну, особой опасности этот удар не таил, но выключить кипер из игры было бы опасно. Спас угловой разыгран. Ну что? Ну? Господа, дальше, давайте, отнимайте мяч на угловой. Охуеть, мяч еще отняли угловой. Просто замечательно. Летит в центр штрафной. Какой пас-то был, а? Да, блядь, ну когда толкал...
столкновение становится между двумя игроками, и мы все равно теряем мяч, блин, как ни крути. Он почему-то стоит, блядь, и он становится лучше, ну точнее. Да ёпта, не тому. Но мяч, слава богу, наш остался. Но при этом мы обосрались в атаке, можно сказать. Играют они в пас. Ну, я думаю, мы должны пройти этот тур. Может, что-то... Может быть, интересно. Блять, не смог, не смог, не смог, не смог, не смог, не смог. Ну, блин, мяч у них остается, а я одного игрока убрал. Нет, у нас, слава богу, 4 игрока уже на защите полови. На своей защите уже стоят. Уже больше. Мяч у них на чужой половине. Ну давай. Есть. Замечательно. Просто замечательно. Мяч у нас снова. Минуты дополнительного времени. Даем навес. По есть флангу. Пространство на фланге, и туда идет атака. Он успевает. Да, блять. Ничего не дают сделать. Ничего не дают, а. Заканчивается первый тайм 1-0. Да, пока 1-0, лучше бы второй забить гол, было вообще бы замечательно. Слишком осторожно действовали соперники в первом тайме, и удивительно вообще, что при такой игре им удалось забить хоть что-то. В принципе, это что-то так или иначе повлияет на итоговый результат, и тренерский штаб может даже дать указание засушить игру. К сожалению, мы не можем послушать их в раздевалке и что они скажут своим подопечным. Ну что, продолжаем взять дальше. Так, они начинают в середине поля. Это второй тайм погода у нас. Сегодня не радует. 1-0 счет пока. Мы сидим в теплой сухой кабине, а игроки, болельщики, судьи непросты. Ну, по такой погоде вряд ли нам стоит ожидать сегодня искрометного футбола. Хороший пас, но не еще пас у нас. Мяч удержать. И еще пас. Нет, опа, у него проблем с передачей. Просто. Я уже сбился считать. Ну передачи, давай, ё-моё, а. Много, и они все точны. Они пасы у нас, они пасы, они пасы у нас. О, хороший пас. И что дальше? Тут навес будет? Не удается. Отличное видение игры, очень здорово он в перехвате сыграл. Перехват мяч. Да, блядь, ну нафиг так близко делать-то, блядь, а? Играет он на партнера. Но он на офсайде был, очень он на офсайде был. Быть. Тихо, 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 а? Отдает он передачу. А, хороший удар издалека, но, увы, поворотом нет. Увы, поворотом мы не попадаем. Но мог бы опасный момент быть. Но они все перекрыли нам, на самом деле, пока мы там думаем, распасовываемся. Теперь удар от ворот будет. Продолжаем тоже духе. Ну давай, думай, думай. Так, следующая игра у меня против Ньюкасла будет. Интересненькая игра, интересная игра будет. Игрок стоит уже у кромки поля, и сейчас арбитр даст отмашку, и футболист появится на поле. Ну давай, но... Будешь отнимать или нет мяч? Играет пас команда Морега. Я чувствую, и сейчас может что угодно быть. Да, я так и чувствовал, что это будет. Мяч не уходит от нас. Он продолжает наше путешествие. Даю хороший пас, но тут скорость не позволяет. Они против Манчестер Сити будут играть. Получается, они в английской премьер-лиге находится эта команда. Нафига там без имен, замена. Это я уже не первый раз это вижу, на самом деле. Ну, продолжаем свой матч дальше. Хороший пас, продолжаем то же самое. Это же мотивацией. Отдает он мяч партнеру. Хорошо, он вперед идет. И как он дальше мячом распорядится? Да ё-моё, а! Ну, навес! Ай, блядь, пиздец. И выручает свою команду. Очень уверен он себя в игре, в пас чувствует. Идут в атаку они. Ёб твою мать, а. И это шанс забить. И мы забиваем второй гол, господа. 67-я минута. Вот это гол. Очень сложно будет выбраться сопернику.
Мог он несколько раз в моменте с голом отдать передачу, но мне кажется, он прекрасно понимал, что поймал вот этот момент, почувствовал уверенность в своих силах и решил действовать самостоятельно. Взял на себя ответственность и забил мяч. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Ну что, погнали, господа. Продолжаем тоже в духе. Через одного игрока атака сейчас развивается. Есть вариант для паса. Морега. Пиздец. Мяч теряем. Хороший был удар. Мяч уходит на угловой. Посмотрим, что нам предлагают. Давайте цапу все-таки поменяем. Мяч уходит на угловой, я говорю об этом. Пока что у него не все получается. В игру он откровенно не попал. Очень мало получает мяч в этой игре. Что, замена произошла у нас? Да, замена произошла. Замечательно. Но и ему он наебывают, да. Он наебывают любит, а не Павлу, да. Защитников, но пока мы, к сожалению, этого не видим. Ну давай, опа. Мяч мы так не отнимаем. Ну, продолжается игра. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну давай, ну. Опа, и отняли на... Здорово он в отборе сыграл. Будет можно сказать... Из аута, да. Переходим на паузу, посмотрим, что мы можем сделать вообще. Давайте левого защитника выпустим. Все-таки хороший это игрок левого защитника. Мне он нравится, на самом деле. Не знаю почему, что-то у него такое есть. Но навыков у него не слишком высоко. И опять без имен, нам показывают... Тут нужно. Кубок Карабай. Мы сейчас играем. Нет, они фланги атаки. Не, в этом сезоне, если бы идеально было бы, Кубок Европы попасть, это было бы вообще идеально. Может, из группы мы, может, не выйдем из Кубки Европы. Ну, хотя бы сыграть там и заработать хотя бы какую-то денежку можно для клуба. Продолжаем тоже в духе. Так, распасовываемся, и мяч у нас уходит в аут. Окей, продолжаем тоже. Духи даем пас. Ну, тут свободно было, ничего даже думать не надо было. Если у них около ворот, да, там вообще ты что сможешь сделать. Да. Я даже не ожидал, что он догонит этот мяч. Ну, 2-0, пока уверенно мы идем. Еще 10 минут основного времени у нас. Блядь, он что, прям пахом, что ли, отбил? Я так не понял, это не он был. А тут прям видно был пахом, что отбил. Так, продолжаем. Мяч у нас. Издалека ударчик. Хороший удар был. Шанчес. У них на воротах стоит. Рубен Везу. Примерно 8 минут осталось. Мяч уходит в аут. Заебись. Так, у них замена будет или нет? Походу, у них там ничего не произошло. Мы продолжаем матч. По флангу этому же в атаку идем. И все, блядь, и все вперед. Утихло у нас. Играет он на партнера. Можно навес сделать здесь. Шикарный момент! Ах, блядь, хороший был удар. Но мимо ворот. Мимо ворот. Теряют они мяч. Хороший пас. Хорошо мяч вперед тащит. Вижу его, и он прорывается, и мы третий гол забиваем в конце матча. Гол! Мяч в сетке! Итак, продолжается демонстрация очевидного превосходства. Да, они гораздо сильнее и завершают замечательное выступление команды потрясающим голом.
Вот молодцы. Этот гол никак не меняет расстановку сил в матче. Однако порадовать своих болельщиков команда старается. И спасибо ей за это. Да, команда уже решила свою задачу, добившись весомого перевеса по счету. Но играть в итоге не бросила. Это приятно. Заебись. Молодцы. Просто охуенно. Ну что же, они полностью заслужили сегодняшнюю победу. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Рубен Везу. Чемберлен. Чемберлен, это тот, который у нас в Арсенал играл? Что-то он может. Потом Ливерпуль перешел. Сейчас. Все, мяч уходит. Ну что же, матч окончен. Крупная победа. 3-0. Команда сегодня показала хороший футбол, хорошую игру в целом и, как итог, выигранный матч 1/8 финала. Я бы еще отметил настрой команды. Они выполнили свою установку. Очень слаженно идут в поставленные цели. Хорошая игра в исполнении команды победителей. С этим ударом справляется. Ну, особой опасности этот удар не таил, но ну что, господа, все замечательно. Мы побеждаем в этом матче. Это просто супер. Проходим дальше. Кубки Карабай. Этот матч был легче, чем тот с Кристал Пэлас. 3-0 по головам. Ударов 7-7. Удары с вор 5-6. Владимир еще 56-44. Отбор мяча 4-6. Офсайдов 0-1. Угловые 1-3. Тоже удары 71-85. Тоже пас 93-90. Это у нас матч произошел. Так, ну давайте с прессой пообщаемся. Посмотрим, что нам они предложат. Да, команд все меньше и меньше становится здесь. Ливерпуль до сих пор здесь, он даже победил матч с Юнайтед. Just a couple of questions. Yeah, поздравляю вас с убедительной победой. Вы ждали такого результата матча против. Какие молодцы. Сегодня мы сыграем безупречно, благодаря упорной тренировке. Игроки сделали все, что от них требовалось. Забили 3 гола, добилось комфортной победы. Как вы думаете, матч могло случиться по-другому? Да, могло. Для них это несправедливый результат. Давайте вот так сделаем. Мы лучше играли, заслужили победу, но мне казалось именно право быть недовольны итогом счета. Ну, понятно. Сегодня был один из лучших команды соперников. Было трудно препятствовать игре создания. Было непросто, скажем так. Молодцы, четко придерживаешь плавную игру, играли с ними было трудно, играл как, что становится его труднее. Такие дела. Такие дела. Так, дали шанс, замечательно, просто рад, что тебе понравилось это, отлично сыграл. Так, что у нас тут написано? Изменение расписания. С Лестером у нас на 25 ноября вперед переместилось. Ну что, пропускаем деньги? Ух, ё-моё, мы на 7-м месте, господа, находимся. Так, это что, это Данию нам тренировать? Нет, я не хочу. Участвую с Данией никаким чудом. Пропускаем еще один день и будем выбирать состав, который у нас будет играть в этом матче. Так, и у нас пресс-конференция. Давайте пообщаемся. Thank you all for joining us. We'll start taking questions now. Судья по последнему матчу вполне может избежать попадения в нижнюю часть таблицы. Хватит ли вам глубину сосалось? Сбавлять обороты мы не намерены. У нас есть четкие цели из
Сбавлять обороты мы не намерены, все благодаря позитиву. Как вы думаете, есть ли у Куба Ньюкасл шанс обыграть вашу команду? Конечно, есть. На самом деле. Вероятность есть. Есть хорошая вероятность, что мы победим. Есть вероятность, что Ньюкасл одержит победу. Победу никто никогда не может гарантировать, хотя мы находимся на прекрасной форме. Ваша команда показала довольно нестабильный результат, но что вы, как главный тренер, думаете с таких скачков формы? Очень жаль. Вы увидите, что мы из себя представляем. У меня есть вопрос и уверенность, что наберем форму, и в скором времени вы увидите способны на что мы способны. Спасибо, вопрос подошел к концу. Так, у нас новости. Я в хорошей форме, прекрасно, я чувствую, все-таки фигня, да? Так, я подумаю, ну ты, конечно, выйдешь у меня. А то у меня ключевой игрок, что-то сразу не выйдешь ты у меня нифига, а? Все нормально и прекрасно. Да, правозащитник у нас возвращается на свою уси. Так, центральный защитник тоже возвращается. Так, центральники. Правый полузащитник у нас тоже возвращается. Только не ты, а вот ты. Ну, ты, конечно. Давай дадим отдохнуть тебе. А что у нас с Чопом? 73, давай тебя выпустим в этом матче, попробуем. Вот так вот, все, замечательно. Такой у нас состав будет выходить на поле. Вот у настроение уже игроков начинает появляться, замечательно просто. Даже у Куба. Ну чё, этот матч я не буду записывать, увидим в конце лучший момент этого матча. Ну чё, мы снова здесь, давайте посмотрим лучший момент этого матча. На 17 минуте мы забиваем первый гол. Отдает он передачу, играет в пас команда. Счет матча открыт. Вот это сказать, гол. Мы этот гол ждали. Да, вообще ждали, ужас ждали мы этот гол. Встречи, и нет ничего удивительного, что именно они пробили оборону соперника. Все к этому шло. Промах на 28 минуте. Могли сравнять счет, я так понимаю. Был у них атаку у Ньюкасла. Да, хороший по удару на самом деле. Не точно, но довольно опасно. Мы видим, что возникает. Добра, чуть-чуть не хватило. Промах на 49 минуте. Отдает он передачу. И как он дальше мячом распорядится. И как пробил. Очень неточный удар. Да, у него прямо с ноги слетел. 78 минута, он с травмой забивает гол. Это удар. Ну, надеюсь, он недолго у него травма будет, потому что запах у меня уже не осталось почти. Теперь два мяча ведут, и из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Так, продолжаем тоже в духе. На 86-й минуте мы забиваем еще один гол. Играют они в пас. Надо забивать! И есть гол! Такой мощный, резкий удар с близкого расстояния. Вратарь еле увернулся. Ну что, продолжаем дальше. На 19 минуте сейф. Есть игрок впереди, пройдет передача. И доходит этот пас до адресата. Если вратарю памятник надо поставить за этот момент, пусть ставят, я пойду. И поставим памятник, да? И вот так у нас матч заканчивается со счетом 3-0. У нас сегодня такая серия со счетом 3-0. Кубки Карабай дальше прошли, и по премьер-лиге 3 очка зарабатываем.
Голов у нас 3-0, ударов 6-5, створ 6-3, владение мячом 55-45, отбор мяча 3-12, травма 1-0, офсайды 3-0, угловых 1-1, точный удар 100%, 60%, точный пас 94-86. Вот такой у нас матч произошел. Давайте пообщаемся с прессой. Can I ask you a couple of questions? Так, находишься в прекрасной форме. А сколько вы довольны его сегодняшней игрой? Все комплименты заслужены. Так, фантастический игрок. Все комплименты его адрес абсолютно заслужены. Надеюсь, он продолжает восхищать. Очень жаль, что получит сегодняшнюю травму и не выйдет на поле в течение ближайших 3 недель. Как вы отразитесь, скорее, выздоровление его? Команд будет не хватать его, желаю ему скорее восстановиться и установить тренировки. Так, сегодня я стал настолько героем, забил 2 гола и принес победу. Что скажете своей игре? Я хочу похвалить всю команду за прекрасную игру. Да, выделяет сегодня, но прекрасно знает, что клуб... Спасибо, подошли к концу. Просто замечательно. Ну что, перейдем к тренировкам. Потом пообщаемся. Так, тренировка у нас старые игроки будут. Ну, точнее, кто у нас уже тренировался в данный момент. Может, в следующей серии уже других выберем. Это мы посмотрим. Так, дальше что у нас продолжение. Пообщаться с народом, с шанным человеком. Точнее, твоя игра вдохновляет меня. Ну, так ты основной игрок. И травму получил, да, 3 недели. Это очень плохо. Запов мне не осталось. Ну, ладно. Мы находимся на 7 месте, более-менее нормально, но это еще не факт, что мы тут останемся, может быть, даже поднимемся, может, даже опустимся. Это все еще впереди, только 11 матчей сыграно. На этой ноте мы остановимся, увидимся в следующей серии, такие прохождения. Всего удачи вам и пока!